Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И начнем сразу же с турнирной арены. Так, я в Лиге Сёгунов 2 звезды на 24 месте. Недавно был в Лиге Сёгунов 3 звезды, да? Практически уже в мастерах. Но, как видите, очень быстро меня сбросили. Дуглас у нас здесь есть. Смотрите, ребята, очень много серебра. Я думаю, что и есть смысл с ним подраться. Так, 57-й, 55-й уровень. Слушай, ну это слишком круто для меня. Давай-ка мы начнем так. Сплинтера возьмем, Шреддера, Крысиного Короля. Я возьму сюда, наверное, Тигриный Коготь и Леонардо. Да, мы попробуем вот такой командой с вами сыграть. Естественно, я большие надежды возлагаю именно на Леонардо. Именно на его вертушку. Сейчас посмотрим, как он это все провернет дело. Ну, скажу, что неплохо, ребят, неплохо. Тигриный Коготь стреляет. Вау, и остается у нас только Бакстер Стокман. Так, ну Шреддер вряд ли пробьет его, конечно. Хотя, смотри-ка, молодец, красавчик. Он меня порадовал в данный момент. Ну что же, значит, все нормально. Идеальные ребята. Начали мы с вами. Так, куда мы переместимся? Ага, седьмая позиция, замечательно. Ну что же, давайте смотреть, кто у нас еще, ребята. Вот Лиссандра, да? Отлично. Леонардо я, наверное, верну. И сыграем с вами. Раз, два, три. Так, погоди-ка. Кунаичи я не буду брать. Леонардо один здесь вряд ли справится, поэтому возьму на всякий случай Паукуса. Если что, он будет у меня как добивающий. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Практически черепашки одни, да, стоят? Хм, ну-ка проверим. На что у нас тут Леонардо? Вау, шикарно. И я думаю, Паукус все-таки добьет их всех. Да, ребята, моя стратегия здесь сработала. И мы сразу же двигаемся, во-первых, в Лигу Сёгунов 3 звезды. Переходим и посмотрим, какой ранг нам дадут, какое место. 94-е. Так, ну что же, вряд ли, конечно, мы сегодня доберемся с вами до мастера, но приблизиться можем. И вот у нас тут Антон есть. У него 3 серебряных персонажа. Я возьму Леонардо еще разочек. Но в этот раз я... Ох ты, подожди-ка. 60-е, да? 60-й уровень у кроликов. Ладно, я сделаю 2 маленьких будет у меня персонажа. Возьму сюда Рокзара и, наверное, возьмем Змейковюна. Смотрите, хиллер... А, нет. По-моему, вот этот вот Бибоп у нас хиллер. Ну, я попробую, наверное, его бомбануть быстрее, чем он отхилится. А может быть, даже Леонардо со своей вертушки его положит. Сейчас проверим. Я знаю, что Донателло выживет по любаську после вертушки. Угу, вот, значит, как получается, да? Ну что, ребята, я знаю, что кролики наверняка будут использовать массовую атаку. Но этих ребят я тоже не могу бросить на произвол судьбы, согласитесь. Поэтому я встану в провокацию. Так, ну что, я был прав, они делают свой луч. Больно было, конечно, тут не поспоришь. И массовая атака от Змейковьюна. Е! Yeah. Он красавчик, ребята, он завалил их всех. Ну что же, мы с вами продолжаем. Мы продвигаемся с вами повыше, да, по ступеньке. И у нас 79-я позиция. Слушай, ну это уже неплохо. Так, ищем, вот, ребята, Майкл. У нас Майкл как раз имеет 2 серебряных персонажа. И максимальный уровень у него 57-й. Слушай, я думаю, что мы сможем с ним справиться, но опять же с помощью Леонардо. Да, Лео, как ни крути, ты имба. Именно вот в данный момент ты самый имбовый. Но именно как боец, как провокатор у меня имбовый, конечно же, Рафаэль. Так, ну что, начнем с вертушки. Кто-то да упадет. Вау, упали все, ребята. Ну что же, Хан, тебе только добить. Отлично. Слушай, ребята, может быть, мы сегодня попадем в мастера? Мне бы лично очень сильно хотелось. Хотя я собирался эту неделю проиграть лайтово. Не особо, как говорится, в эту игру вникать. Поменьше даже в нее играть. Но, видимо, уже как привычка, что ли, выработалась у меня. Ну что, у нас есть Мила. Милая Мила, у тебя максимальный уровень 57-й. Это на сплинтере. Давай посмотрим, кто у нас есть. Можем мы вообще своими силами? Слушай, мы можем даже, наверное, сами, ребята, попробовать забомбить без Леонардо. Но для этого нам придется, наверное, взять Зека и Криса. Вот таким вот составчиком я попробую с ней справиться.
Естественно, у меня, скорее всего, Крис Брэдфорд будет делать защиту, потому что Зэк будет бросать бомбочку. Хиллер тут есть. Хиллер, ага. Хиллер тут у нас, ребята, Шреддер выступает, да? Хм. Я даже не знаю. Да ладно, давай попробуем, наверное, Лео подбить. Или Шреддера все-таки. Давай Шреддера попробуем, ребят. Сможем? Нет, не пробили. Хорошо, тогда давай вот так вот сделаем, торпедами. Отличненько. Так, и, скорее всего, просто расстреливаем Ванька-стиранка. Хм. Слушай, я немного другой ожидал эффекта, но, как видим... Да ладно, Сплинтер, ты что, хочешь сказать, не успеешь походить даже? Нет, он успел. А вот Майк, к сожалению, погиб у них. Так, ну что, остается добить только Сплинтера, ребята, и идеальное прохождение. Ну что ж, мы с вами продвигаемся дальше. Персонажи у нас еще есть. Я думаю, что боя 2, наверное, у нас с вами еще выйдет. Так, 50-е, дайте место, пожалуйста. 49-е, шикарно. 49-я позиция. И все, ребята, серебро закончилось. Пошла уже золотая лига. Ну что ж, я думаю, мы, наверное, с вами определимся в сторону Стивена, да? Так, у нас сколько тут героев-то осталось? Раз, два, три, четыре. Ёлки-палки, ребят, как-то неувязочка у нас получается. Мне придется взять одного малыша, но, опять же, я боюсь, что его могут расписать. Быстренько уничтожить. Массовых атак у меня не так много. Так, караечка бомбанула. Змея-карай тоже кричит. Мне нужно, чтобы... Ох, нет, ребята, да. Это, скорее всего, для моей лисы будет финальный. Ой, зачем ты еще такая контратака же? Господи, я не увидел, ребят, я поспешил. Я поспешил. Ну, мне кажется, она в любом случае не выжила, потому что Майки, ребята, бы бомбанул бы именно в нее. А может быть и выжила бы, не знаю. В общем, этот бой у меня немножко неудачно получился. Опять же, по моей спешке, из-за невнимательности. Зачем я нажал? Ай-яй-яй. Ну что, последний бой мы с вами делаем, да? И это будет у нас, наверное, Набил, Кейт. Давайте с Кейтом, наверное, да? Да, я думаю, что проще с ним подраться. Раз, два, я возвращаю в команду Лео. И беру еще двух вот таких вот малышей. В общем, здесь какая тактика, ребят? Опять же, Леонардо делает вертушку, да? А Рафаэль встает в провокацию, но перед этим делаем, естественно, уклонение. Вот таким вот макаром. Я думаю, что кто-то упадет. Угу. Слушай, ну совсем неплохо, да? Осталось всего лишь два героя. И из них, наверное, сейчас останется один. Попробуем пробить Донателло. Отлично. И Микеланджело, естественно. Давай вот так вот попробуем. Круто. Ну что, мы заканчиваем с вами с турнирной ареной. И будем идти на ежедневные, ребят, задания. Даже не ежедневные, а еженедельные. Совсем чуть-чуть мне не хватило, чтобы я перешел в мастера. Ладно, не будем расстраиваться, а будем с вами идти дальше. Так, в магазин я хочу заглянуть, ребята, есть у нас что-нибудь? Так, за 2000 сюриков я могу приобрести себе 5 ДНК на Ксевера Монтеса. Хорошо, я это сделаю. Так, по жетонам. Вау. Ребята, у нас 122 жетона. И мы с вами, насколько я помню, хотели качнуть Армагона. Поэтому давайте покупать ДНК на него. 82 ДНК у него из 100. То есть нам остается еще лишь 18 ДНК найти. И он у нас будет в кармане прапанным. Ну что же, переходим сюда, в испытания. И начнем, пожалуй, силы природы проходить. Кто у нас здесь? О, тигриный коготь, это нужен. Шреддер тоже зайдет. В общем, ребята... Начиная с тигриного когтя, да, вот эти все персонажи нам нужны. Но давайте посмотрим, кого нам дадут, во-первых. Ёлки ты палки, ты посмотри, как нам сегодня фартануло, ребят. Вы понимаете, да, о чем я? Мне дали абсолютно всех моих сильных персонажей. Значит, мы, ну если не пройдем полностью, так, зачем я это делаю? Давай поставим на автобой. Если мы сегодня полностью даже не пройдем это испытание, то уж поверьте мне, дойдем очень-очень далеко. Так, у нас вторая волна.
И это, опять же, ребята, все сосунки у нас. Они 10 уровня, естественно, на один хлопок хватит. Разобрали, двигаемся далее. Так, это что у нас получается? Где-то до 7-8 эпизода мы можем с вами спокойно гулять. А их здесь всего сколько эпизодов-то этих? По-моему, их всего лишь 8. Сейчас я, кстати, гляну. Так, мы с вами получаем на Саблезуба, да? По-моему, ДНК, если я не ошибаюсь. Да, ребят, на Саблезуба. Дальше у нас идет Рокзар. И эпизодов всего здесь 8. Слушай, мы, скорее всего, с вами пройдем. Не будем, конечно, спешить, да, забегать вперед. Но кажется, что вот мне сможем. Так же, как вот мы девичью силу с вами разбираем, да? Но там, правда, и эпизодов чуть-чуть поменьше. Но, тем не менее. Даже в девичьей силе мне не дают вот столько вот первоклассных персонажей, как здесь. Здесь абсолютно вся имба, ребята. Железная голова, Майки, Лео, Рафаэль, Зек. Также я могу вместо Зека взять Бакстера Стокмана, да, с двумя массовыми атаками и просто рвать вражин. Вот и все. Слушай, надо будет попробовать. Ну, для начала у нас останется Зек. Если он где-то пасанет, это уже ближе к финалу, да, мы с вами заменим его на Бакстера Стокмана. Так, ну что, Тигриный Коготь. Этот персонаж, естественно, ребята, мне нужны. Нужны на него ДНК, и как можно больше. Фармить эти уровни, я думаю, что нам не стоит. Я лучше дождусь, когда у нас будет испытание на Усаги. Вы все прекрасно знаете, что я Усаги хочу перевести в платину, да, как можно быстрее. Но для этого мне нужно его перевести в 5 золотых звезд. А мне не хватает буквально одной звездочки для этого. Соответственно, мне нужно очень много ДНК. Спамить, фармить, ну что, чтобы его быстрее прокачать. Так, ну что, ребята, у нас тут последняя или предпоследняя волна? Ага, последняя была Ладушки. Тогда мы с вами двигаемся дальше. Так, давайте мне Тигриного Когтя. Ну, быстрее, 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 давайте. Хоба, одно ДНК, но все равно, ребят, приятно. Дальше у нас идет Шреддер. Так, и как мы видим, 40 уровень, плюс здесь Химера 45 уровня. Для нас это абсолютно ничто. Мы ее распишем по любасику. Так, 40 уровни также будут у нас с одного удара, ребят, здесь падать. Дальше мы будем... Кстати, вы заметили, что мы двигаемся как будто в какую-то гору? Да? Вот у нас вот идет гора, и мы как бы по серпантину поднимаемся наверх. Ха. Все выше, выше и выше, да? И на самом верху будет у нас босс. Как бы получается так. Ну что, Шреддер? Ах ты, Майки решил сплясать. Ну ладно, пускай пляшет. Я уже хотел сказать, ну что, Шреддер, привет, вот и встретились мы. Какой же он здесь ватники, а? На! И вот у нас, ребята, сама Химера. Причем мы с вами бежали в гору, да? А забежали в какую-то, извините меня, пещеру, в ущелье в какое-то. Ладно, тут даже и думать не о чем, ребят. Естественно, мы с вами сможем ее победить довольно легко и просто. Она ничего здесь делать нам не сможет. Рафаэль, ну зачем ты берешь провокацию, когда можно было просто бомбануть по ней и все? Так, ну вот, ребята, Химера упала у нас. Она больше, знаете, похожа на кого, да? На какого-то дракона с шеей, как у земляного червяка, и головой курицы, или даже какого-то страуса. Так, ну что же, мы с вами двигаемся вот сюда. Угу, эпизод 5. Так, уберем и поставим вот так вот. Ну это так, ребята, просто для понта. Пускай хотя бы Бакстер Стокман здесь поиграет немножко. Так, ладно, бомбим. Разбираем, разбираем. Что там за сообщение еще приходит? Так, она... контратаку. Зачем она ей нужна, не понимаю. Тут 4 волны из 2. Поэтому все быстренько. Единственное, что вот хотелось бы, ребята, как бы побыстрее вот это вот проходить. Жалко, что здесь нет, как в Strike Force, да? Трехкратного ускорения. Максимум только 2x. Ну ладно. Так, это у нас предпоследняя волна. Майки, ну вот ты слишком, ты вот долго отнимаешь у нас время. Бам. Так, забомбили. Отлично. 50 уровни также, ребята, ложатся, как и 10 с одного удара. Так, а вот здесь уже кто у нас? О, видение, да? Черепашки из видения. Это Донателло, Шреддер. Упал. Все, ребята, они падают. Практически. Так, и... Зачем ты сделал провокацию? Я не понимаю. Надо было просто бомбить его и все. Вот, видишь, как Бакстер Стокман правильно делает. Просто подбегает, бам, своей клешней
по лицу и выигрываем. Ну что, ребята, вот теперь уже, наверное, будет немножечко трудно нам. Так, Рафаэль видение нам достается, и мы переходим дальше. Слушай, хотелось бы, конечно, мне пройти это полностью испытание. Это будет, кстати, ребята, если пройдем, это будет второе испытание, которое мы вообще прошли полностью. А ну-ка, давай попробуем. Включаем автобой. Какие там уровни у нас? Ага, 60-е. Слушай-ка, подожди, ребята, а следующие у нас будут 70-е? А самые последние 80-е? Оу, я даже что-то, честно говоря, не уверен, что мы с вами последние испытания сможем пройти. В связи с тем, что у меня только лишь Лео и Рафаэль имеют 80-й уровень. Остальные все, особенно Баксер Стокман, так вообще имеет 74-й уровень. Но все равно попробуем. Вдруг у нас все-таки получится, да, пройти? Так, минусанули. Третья волна из четырех. Так, здесь у нас люди-грибы. Так, один грибок упал. Хорош ты выеживаться здесь. Смотри, что делает, а. Так, Майки молодец. Почему-то Рафаэль не стал добивать гриба. Почему это, интересно, так происходит? Хм, а ну-ка. Смотрите, уже, ребята, здоровье у нас тратится потихоньку. Так, четвертая волна последняя. И здесь у нас, ну, естественно, Сплинтер во главе. Два Лео? Хм. Ну-ка, дай-ка я лично разберусь с этими охламонами, ребят. Так, сделаем на уклонение. И погнали. Давай-ка бомбанем прям в Сплинтера. Ну, посмотрим. Выживет? Вау. Ну, а если я вертушку сделаю? Пока, ребята. Да. У Леонардо вертушка крута. Кстати, по-моему, там нам нужен один уровень, да, для того, чтобы он у нас стал 90-м. Да, ребята, он 89-го уровня у меня. Ну что же, предпоследний эпизод. Так, это у нас кто? Это у нас, по-моему, Донателло, да? Из видения. Так, я вот не знаю, единственное, что стоит ли нам Зека брать или оставить Бакстера Стокмана. Оставим пока Бастера, ребят, посмотрим, как у нас тут пойдет. Тут, не забываем, еще будет у нас босс в конце. Так, пыхтят грибочки, да, значит? Ай-яй-яй. Ладно, у нас, если что, есть отхил. А вот это вот плохо. А вот это на самом деле плохо, потому что у них, ребята, уклонение повесилось. Мы тогда тоже с вами повесим уклонение. Ну, давай попробуем так вот. Ага, пробиваем все-таки, это хорошо. Это найс. Так, замечательно. А ты, Бакстер? Вот, и, ребят, видите? А Бакстер почему-то не мог пробить. Есть. Так, переходим с вами на вторую волну и смотрим, кто у нас тут. Клан футовцы, да, стоят? Я вертушку не буду тратить, я, наверное, обойдусь и без нее. Так, тихо. Молодец, железноголовый. Так, добиваем. Надо было двойную. Давай так вот маузеров выпустим. Сможет подкосить? Нет, всех не получилось, ребят. Хорош ты, упал. Ты также хочешь, да? Тебе тоже хана. Переходим, ребят, третья волна из четырех. И здесь у нас... Ага. Черепашки из видения. Начну я, пожалуй, наверное, с Дони. Пробить. О, отлично, пробили. Так, Лео. Лео силен. Что это он там бросает? Ого, массовая атака была, да? Так, ну ладно. После этого отряда, ребята, у нас будет с вами босс. Поэтому нам нужно будет, наверное, хильнуться перед этим делом. Когда останется последний персонаж, мы с вами захиляемся от... Опа! А вот это вот было, ребята, плохо сделано, кстати. Смотрите. Очень мало здоровья. Так, нормуль. Попробуем пробить. Слабое какое-то пробитие, если честно. Да, Майки вот в плане, ребята, обычная атака у него очень слабенькая. Может быть, то, что она не прокачана. Хорош ты уже. Ты посмотри, а. Вот он докопался. Ладно, я возьму, ребят, провокацию. И нам нужно будет опять же хиляться за счет Майки. За счет Микеланджело. Так, отхил. Замечательно. Пока еще поживем с вами, потанцуем. Но черепашки уже, ребята, тяжело пробиваются. Я не знаю на последнем эпизоде, как они вообще будут себя чувствовать. Ну-ка.
Ага, и добивочный, надеюсь. Все, ребята, мы идем с вами на босса. У нее инициативы очень много, у этой химеры, поэтому она будет бомбить по два раза. Мне почему-то именно так кажется. Так, попробую с поджога. Чего? Вообще ничего, да, ребят? Не сра... Погоди, а что это такое? Да ладно тебе. Погоди, а почему я не могу понять? Что за фигня? Почему я не могу отнять у нее здоровье? Ребята, это опять очередной глюк, лак, да, что ли, получается? Не пойму я. Тут пробил. Тут мимо. Бакстер Стокман упал. Ну-ка. Так, попали. Ну, давай, давай. Так, промазала, да? Ну-ка, вертушку посмотрим, как сработает. И остается, ребят, только лишь добить. Блин. Давай своим суперударом попробуй, Майки. Немножко задел ее. Так, а ты, Раф? Отлично. Блин. А-а-а, Майки упал, ребят. Мажет у меня железноголовый. Так, Рафаэль контратакует. Лео, давай. Остается только лишь удар нанести. И я думаю, что все, ребят. Отлично. Критический удар был, и мы победили с вами химеру. Ну что же, переходим с вами на последний эпизод. Но судя по этому результату, вот как у нас сейчас прошла игра, ребят, делать нам, судя по всему, нечего. Да? Так, ох, елки-палки. Не 80-е уровни, ребят, а 85-е. Это очень сложно. Ну давай я попробую, что у нас из этого получится. Я думаю, что ничего хорошего. Абсолютно. Так, ну-ка. Зачем начинаю вот с этих вот сильных ударов, а? Кто мне скажет? Ну, обычные боты, да, ребят, они легкие. Вот эти вот обычные герои, персонажи. А вот когда мы дойдем с вами до черепашонков, да, вот там уже будет, конечно, жестяк. Клан футовцы — это все фигня, на самом деле. Так, давай-ка попробуем так пробить. Оу, не минусанули. Так, контратака, отлично. Бакстер Стокман. Нифига не тут ребята массовыми атаками бомбят. Да хорош, что успокойся, елки-палки, уже задрал. Отлично, так, это... Этого, да. Сейчас, 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 ребят. Вот это вот. Да ёпрасоте, вы дадите мне сходить-то? Тут даже уже боты ходят быстрее, чем я. Так, и последний у нас остается. Все. Третья волна из пяти. Ё-моёшечки. Может быть, с ними коротко? Давай-ка вот так вот, ребят. Хоп. Ага. Они все равно не погибнут. Так, вот этот погибнет. Этого мы, наверное, добьем сами. Два в минус ушли. Так, еще один. И последний, ребята, у нас. Ну все, его Рафик добил. Четвертая волна. И здесь уже, ребят, будут уже нормальные персонажи, герои, да? Так, во-первых, я возьму провокацию. Пускай они лучше бомбят Рафаэля. И не забываем, что нам нужно будет с вами похиляться. Так. Пока терпимо. Пока не будем, наверное, тратить. Но похиляться надо не забыть. Так, маузеры, погнали. Слушай, ну четко. Так, кто у нас тут хиллер? Я не знаю, ребят, кто у нас тут хиллер. Но я, наверное, все-таки вертушку бомбану. Шикандос. Ну что же, химера, ребята, собственной персоны. Она сейчас будет вообще лютовать. Я думаю, что с пару взмахов крыльев мой отряд просто тут будет валяться. Сделаем, короче, уклонение. И смотрим. Пока промахивается. Пока, ребят, промахивается. Я не знаю, сможем пробить? Хоть чуть-чуть. Мимо, да? Провокацию я не буду брать. Давай так бомбанем. Ну, потихоньку-потихоньку, ребят, отнимаем здоровье. Вот-вот, взмах крыльев. Рафаэль бедный, да? Получил. Так, слушай, у нас как варик. Давай сделаем вот такой вот пробивной. Нормуль. Теперь захиляемся. Отлично. Так, провокация еще пока висит. Пока, ребят, висит. Потом, наверное, все-таки надо будет переключаться на железную голову.
Давай сделаем так, мимо, да? Железная голова, ребят, берет на себя инициативу. А мы бомбим. Да что ж ты будешь-то делать? Мы, ребят, просто... Ага, хорошо, пока идет. Есть, и остается еще один удар. Железная голова, не падай у меня, родной мой. Подожди. Подожди, роднуля, сейчас. Оу, по нему, ребята, да. По железной голове, конечно, попали. Попали, и он отдуплился. Я думал, что мы пройдем с вами на 3 звездочки. К сожалению, не вышло. А знаете, почему не вышло? Потому что нам вначале надо было взять провокацию на железную голову, а потом переключиться на Рафаэля. Вот так вот надо было сделать. И все бы у нас тогда вышло. Но, тем не менее, я хочу нас поздравить с тем, что мы с вами полностью прошли испытание силы природы. То есть, начиная с первого эпизода и до последнего. Конечно, не на 3 звезды все это у нас вышло, но сам факт. Сам факт остается фактом. Ну что же, давайте попробуем. Я не знаю, есть ли смысл, конечно, нам идти на сцены насилия, потому что очень мало у нас сыра. Хм. Ну что же, Кейси Джонс, погнали. Ох, ох, ребята, вы посмотрите, практически вся имба у меня. Ну, возьмем здесь майки, так уж и быть, раз пока больше некого. Ну, а так я собираюсь, наверное, без него все-таки. Это же, ребята, пропащий уровень. Господи, сцены насилия, да-да-да, именно с боссом Маузером, которого я не могу пройти, к сожалению. Блин, а чё ж тогда заморачиваться, а, ребят? Хотя, может быть, мы сможем его пробить, например, с двух... Нет, с двух ударов там, ну, никак не получится, да? То есть, Рафаэль и Леонардо, если они будут бомбить в паре, все равно Босяра выживет. На то он и босс. Причем он практически последний. Да. Блин, ну почему нам так сегодня не повезло, а? Сцены насилия — это непроходимый уровень до тех пор, пока ребята мне сказали, у тебя не будет тишины, то есть сайленс. Пока ты не будешь молчанку на него вешать, чтобы он не смог кричать. Именно... Насколько я понял, игра вылетает именно из-за того, что он начинает делать свой суперудар, да? Вот этот вот вопль, при котором крэшится игра. Если нам на него повесить молчанку, да, чтобы он не мог применять, то у нас все будет нормально. Я этого не проверял, я не видел, но есть куда стремиться. А кто у нас вешает молчанку? Ребят, кто у нас вешает такой антибаф, чтобы ты не смог применять свои суперудары? А, ну в принципе, Мондагека, да, у нас может. Но я не уверен, что его именно вот в это испытание можно взять. Кто же тогда еще? Что-то мне в голову ничего не приходит. Ребята, вы мне напишите, кто у нас может бросать молчанку. Мне почему-то только Мондагека. Я помню, что он бросает свой пузырек, да, свой флакончик с краской. И все противники могут лишиться своих способностей. Но опять же не забывайте, что у этого Маузера очень высокая инициатива, и поэтому он очень быстро от этого дела отойдет. То есть получается, надо в команду брать два сала. Сала, сайленса. Чтобы один бросил, потом второй его мог поддержать. Только вот в этом случае. Так, ну что у нас тут, вторая волна. На третьей, по-моему, уже будет босс, да? Ватный Маузер, ну, там, конечно, никаких проблем вообще не должно быть. Он будет слишком для нас легеньким. Да, нет, нет, никакого босса здесь нету или есть? Нет, нету. Отлично, тогда просто разбираем эту команду. Майки подключился. Так, Лео убивает, и Рафика тоже мы с вами добили. Ну что же, а уже, наверное, вот на следующем эпизоде будет, скорее всего, у нас босс. Мы сейчас посмотрим с вами по картиночкам. Так, Рафаэль, ДНК мы получаем. Так, эпизод 4. Да, ребята, вот он, по-моему, это у нас босс. Он будет 45 уровня. Соответственно, мы его здесь очень быстро разберем. Но, конечно же, мне не нравится то, что вот... Я бы, наверное, испытание это смог бы пройти, если бы не вот это вот крэш игры... Во время его крика. Да, это получается у нас на каком? На 7 или 6 эпизоде. Но не на последнем, это я точно помню. Так, ну что, тут прошли. Так, волна у нас вторая.
Главное, почему волна, ребята, да, вторая? По идее, волна — это когда ты стоишь на месте и на тебя враг бежит. Вот это я могу назвать волной. А тут не волна, а тут просто мы с вами бежим и бомбим вражин. Так, что, третья, да, из четырех? Ну, я думаю, здесь вообще никаких проблем не будет. Но вот эти вот черепашки, да, оригиналы, они очень, ребят, на самом деле сильные. И если эту команду полностью прокачать и брать с собой, то это вообще имба. В принципе, оригиналы тоже неплохие. Так, не оригиналы, а классические, классика. Так, бомбим. Ну, добили. И последнее, вот здесь уже, по-моему, ребята, уже будет босс. Да, вот он, большой маузер этот. Ну, здесь, конечно же, он ватный, мы его быстренько разберем. Вот если бы он просто бы бомбил бы, да, без всяких криков, мы бы его быстренько бы ушатали бы там. Но вот эта вот волна его, конечно, раздражает. Так, ну что же, продвигаемся с вами далее. Это у нас какой-то будет эпизод. Вот, покажи мне, пожалуйста. Это, ребята, у нас пятый. И у нас на седьмом, да, где Донателло, да, на седьмом эпизоде будет фейл. Можно будет даже, в принципе, может это вырезать все, чтобы у нас как бы все это покороче получилось. Так, четыре волны. Погнали. Мы же все прекрасно знаем, что здесь происходит. Может быть, даже и не стоит вообще это испытание больше, ребята, снимать. Вы уж напишите мне в комментах, чтобы не тратить ни мое время, ни ваше. Потому что на самом деле, ну оно пропащее. Вот в данный момент я ничего с ним сделать не могу. С этим испытанием. Хочу, но не могу. Так, маузер минус. Тут всего лишь 50-й у нас уровень, так что никаких проблем не будет. Давай, расстреливай, Майки. Слушай, а Микеланджело, ребят, уже на грани опасности, потому что он 45-го уровня, а здесь враги 50-го. То есть они, соответственно, могут его распечатать, если захотят. Да причем довольно быстро. Видите, сколько он уже получает урона от обычного крика маузера. Соответственно, если клан Футовица захочет его бомбануть, он его просто зашибет. Ай-яй-яй-яй-яй, смотри. О чем я вам, ребята, и говорил. Если они захотят, они его убьют. Буквально, да, все. Ушатали, конечно же, Микеланджело, но я в этом даже не сомневался. Ох, черепашки. Оригиналы, да? А мне вот почему-то их хочется назвать, что это черепашки из комиксов. Ну, они такие, знаете, как черно-белые комиксы. Лео Бумс, молодец. Так, что это? А, иммунитет. Иммунитет. Рафаэль встает у нас в провокацию. Это что у нас такое? Ага, провокация плюс уклонение, да, ребят? Помните сколько? 85% к уклонению дает. Ну, так как здесь уровень маленький, соответственно, мы его и пробиваем. Ну что же, потеряли одного бойца. Это у нас, конечно же, был ватный Майки. Ну, а мы с вами двигаемся далее. Его, кстати, надо убрать, наверное, ребята, из команды. А-а-а, вот оно что. Вот оно что. У нас с вами, к сожалению, закончился сыр. Может быть, оно даже и к лучшему, потому что в любом случае мы с вами это испытание не пройдем. Но я все равно попытаюсь потом за кадром, наверное, его пройти. Ну, а о результатах я вам скажу потом. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков.